Владельцы планшетов нередко сталкиваются с ситуацией, при которой они не включаются. Мастера нашего сервисного центра рассказывают, что виной тому могут быть механические, электронные или программные поломки. Нужно отметить, что подвержены им не только недорогие устройства от малоизвестных брендов, но и весьма дорогостоящая техника от известных, давно присутствующих на рынке производителей. К механическим неисправностям может относиться поломка кнопки Power, перекручивание проводов, проблемы с разъемом для зарядки. К электронным неисправностям можно отнести проблемы с аккумулятором, попадание влаги внутрь устройства, неисправности матрицы, выгорание процессора или памяти. К программным неполадкам можно отнести попадание вредоносных вирусов и программ, нехватку памяти. Часто проблемы возникают после перепрошивки устройства. В нашем сервисном центре имеется самое современное диагностическое оборудование, благодаря которому мы можем понять, в чем именно заключается проблема с вашим гаджетом и как ее устранить. Если вы столкнулись с поломками планшетного компьютера, то не пытайтесь справиться с ними самостоятельно. Неквалифицированными неумелыми действиями можно только навредить. Сразу обращайтесь в специализированный сервисный центр. Подробную информацию смотрите в описании к видео и в закрепленном комментарии.